За последние два десятка лет сельская школа претерпела много изменений. Открытие дошкольной группы, затем формирование комплекса «Школа, детский сад». Сегодня здесь занимаются 49 учащихся. Детский сад посещают 13 малышей. В будущем это школа, центр в едином социально-культурном пространстве села. То есть это дом культуры, слияние идет, школы и детского садика. Коллектив может гордиться своими успехами, отметили на торжественном собрании. В течение 3 лет здесь наблюдается стабильная 100-процентная успеваемость, качество знаний на уровне 55%. В рейтинге основных общеобразовательных школ района на протяжении 4 лет школа-детский сад села Белочи занимает 1-е место по итогам работы за год. Из 15 учителей 9 являются выпускниками сельской школы. В этот юбилейный день мы говорим всему коллективу сердечное спасибо за воспитание и обучение юных сельчан и желаем вам всем крепкого здоровья, мирного неба над головой. Лучших педагогов отметили почетными грамотами госадминистрации и горрайсовета. Указом президента республики за многолетний добросовестный труд директор школы награждена орденом «Трудовая слава». Татьяна Лилица, Наталья Стратонова, Первый Приднестровский.